А вот неэффективные налоговые льготы депутаты могут отменить. По данным Счетной палаты региона, большинство налоговых льгот сегодня не соответствуют налоговому кодексу. Чиновники даже предложили областным депутатам отменить бонусы, которые считают неэффективными. Например, в черный список попали преференции по налогу на имущество в отношении сельхозпредприятий, транспортному налогу для организаций, чьи транспортные средства входят в состав автоколонн войскового типа. Также Счетная палата предложила отменить льготы по налогу на имущество предприятиям, имеющим в распоряжении дороги общего пользования, а также общественным организациям, имеющим бюджетную поддержку. Отмена преференции, считают чиновники, может сэкономить областному бюджету 900 миллионов рублей. Правда, региональные парламентарии считают, что аннулирование льгот – это не выход. Счетная палата и наш правоотдел здесь видят индивидуальность представления вот для этих организаций производств. А закон запрещает предоставление индивидуальных льгот. Поэтому мы ставили на совещание, я поставил такую задачу вместе с юридическими службами, выверить, внести изменения в закон. А льготы, конечно, для этих организаций, этих производств, они, конечно, будут сохраняться. Депутаты предлагают привести все документы в соответствие с налоговым кодексом, а преференции сохранить.